Всем доброго времени суток. Мы продолжаем играть в TrainSim World. И у нас осталось в этом депо последнее задание. Так, оно подцеплено. А, ну да, это не тот поезд, которого мы подгоняли. Мы его к тому подгоняли. Так, погнали. Да. Это другой тип паровоза? Это другой поезд. Прикольно, я думал, тут только те вот есть. А где же на тебя забираться-то? Тут не говоришь, что там по крышам надо лезть. А, вот. Все. Все уж прям... Вы уверены? Я чувствую себя вот в Take on Mars. Ну ладно, шлюз закрыт. Вах. Тут поверху можно гулять. Так, нет, нельзя. Это не дверь. Это окно. Вот дверь. Вау, какой тепловозик-то. А, вот сюда можно без этих геморроев было зайти. Но шлюз там лихой, конечно. Да. Интересно. У нас даже комп есть. Так, это чье место? Помощника машиниста. Забавно. Окей, уселись. Ну, Камберленд-то да. А это нормально, что поезд едет? Так, это... Я, главное, отвык уже... Вообще, отвык от этой дряни. Давайте мы остановимся. Нет? А еще? Вот так. Видишь, мощность... Так, это реверс, понятно. Экстренно идите наверх, нам экстренно не надо. ФД. Это плохо. Задние фары. Передние огни. Шмяк. А я думаю, состав поведем. А вот тут можно ходить. Че, ну давай расставим цепку, что ли? А, с локомотивом, в смысле, с двумя локомотивами. Жизнь машиниста полна неожиданностей. Но так хотелось большой состав ввести, а? Ну ладно, выпадет еще миссия. Окей. Ну что? Так, а вот это уже интереснее.
Как я тебе туда попаду-то? Ну ладно, по-любому нам вперед. То есть никуда вдаль-то не поеду. Вот нам нужно вот на эту дугу. На круг мы не должны попадать, потому что там не про нас. По дуге туда и вперед. Как-то так. Ну ладно, чё, едем. Но второй вид локомотивов радует. Я думал, тут теми маневровыми все ограничится. Тут поинтереснее вот попались. Это уже такие потяжелее на вид. Так, попутно смотрим, куда переключены ветки эти. Вот надо было там посмотреть. Ну ладно. Так, тут в нужную сторону переключены. Тут, понятно, в ненужную, но сейчас проедем и переключим в нужную. Так, давай, 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 ползи. Тормоз вроде я правильно применяю. Так, выходить будем через заднюю дверь. А я говорю через заднюю дверь. Я что-то кнопкой Е ее пытался. Вроде как Е применение. А что она, где Е, а где нет? О, как я грамотно остановился. И так. Можно, кстати, сесть в заднюю кабину, а тут ролить. Ну, ладно. У меня есть сторонняя камера. Я не буду скрывать. Тормоз нафиг. Назад. Погнали. Вот так будем смотреть. Мы сейчас можем пролететь на самом деле со стрелкой. Ну стой. Вот с этой вот. По сути, первая миссия все та же получается обучалка. Покрутили круг, но так без объяснений. Покрутили круг. Постыковались, шарахались по стрелкам, сейчас заправляться ей. Так, тут в правильную сторону, да? Да. А вот тут может быть и нет. Не разобрался я еще с этими всеми. Зелено-красный, вот он зелененький, как и тот. А куда стрелочка-то переведена? Вроде как вправо, ага. Смотрим. Ничего нет, ни хрена. А, вправо, прекрасно. Так, это что это я там щелкаю? Раньше это оно. А, может назад. Что-то реакции никакой. Поезд, с тобой чё?
А, все понятно. Настройка это. Так. Пока сам руками не пощупаешь, непонятно. Смотрим дальше. Да, тут все тупики тянутся. А нам нужна заправочная станция. То есть нам нужно пролететь вот туда дальше. И подать назад на нее. Это к кругу пошло. Я оттуда уже выезжал, по-моему. Далековато станция заправочная. Но мы тут уже как дома. Так что там справимся. Еще мощей поддать. Так. Мне надо в ангар, похоже, заехать, да? Или вообще за ангар? Не, в ангар. В ангар. Да, прекрасно. Пошуршали. В ангар, причем у нас метка стоит на дальнем пути почему-то. Вот на левом, на этом. Мы откуда-то отсюда пойдем, видимо. А вот стрелка не в сторону переведена, по-моему. Но вроде стрелка не сходит, так что все хорошо. Так, вот отсюда разветвление. Но обычно все ездящие машинисты, они знают свою станцию. На самом деле можно уже вот так, сюда, туда, сюда. Не знаю, может лучше дальше проехать. Они же где-то там должны в одно целое сходиться, хотя не факт, что они вот так же не сходятся. Ехать, не ехать. Не ехать, ехать. Давайте поедем. Должно же там разветвление быть. Вернее, схождение. О, оно далеко, наверное. Блин. А с другой стороны, вылезать, залезать. Да, еще раз липуха. Так, вот тут прямо, это уже не туда стоит стрелка. И это, а эта стрелка стоит туда. Значит, на ней остановимся. Ну там где-то все должны в одно сходить. Потому что я откуда-то отсюда сбоку выезжал. Так. А, ну я состав объезжал. Что-то вот стоит наш состав, от которого мы отцепились, по-моему. Или вон то. Вон то. Ух, как далеко-то все. Так, тут. Правильно, вправо. Наш выбор. Вот там, по-моему, домик где-то они все сходятся. Так, шуршим. Да, вот стрелка. Но вот на маневровых работах из кабины, по-моему, просто нереально. Тут еще как-то на симуляторе из окна высовываться нельзя. Там можно было из окна высовываться. И это было весело. Так, холостой. Что-то мы как-то бодро очень едем. Давай независимый тормоз. 43, давай выше. Интересно, если сомнений по поводу этого тормоза независимого, давайте вот этим можем быть. Он же был на этом там полный служебный, все дела.
Ладно, шлюз. Шлюзование. Я скрыть просто не буду. Что озвереешь. Надеюсь, она там ничего не блокирует. Вперед. Какие еще варианты? Экстренное. Прикрытие. Ну ладно. Так, погнали. Так, вперед. Отпуск. Отпуск. А, просто мы медленно. Ну. Тут, вот эта штука, по-моему, светофор дистанционное определение, что там светится или ускоряться должно. Я на всем этом по трассе, конечно, поездил с удовольствием. Зря тогда. Это что? О, стоп. Понятно. Стеклоочиститель. Вот тут автоматически стеклоочиститель. Почтите. Так. Смотрим. С открытой дверью пилит. Ветерок задувает хорошо. Непонятно вот эти положения на рукоятке мощи, типа 1, 2, которые вот как будто назад идут. Торможение двигателя. Так, тут правильно все. Что получается, зелененький вправо? На стрелке. Ну, вроде приближаемся. Но тут я не помню, сделал. В какую сторону стоит. Сбросим пока скорость. Нам вроде на первой надо направо. А, вроде направо, зелененькая, да? А вот на следующий, по-моему, налево. А там тоже зелененькая. Давай тормози. Больше. Вот что-то мне не очень тормоз нравится. Какой-то он невнятный. Ага. Да. Так, давай до следующей добежим сразу. А еще понять, надо. Но нам точно вот не туда. Да, все хорошо. Да дай пройду. А еще место. А, тоже помощник машиниста. Два помощника машиниста. Весело, машинисты живут. Не-не-не, не надо мне назад. Пройди, меня вполне устроит. Тронулись. Очень медленный он такой. И ни хрена для маневров не предназначены. Так. Сейчас мы опять в какую-то... Оу, не туда, да? Не туда! Черт.
черт. Запрос. А, запропорядок подключаю сигнал. Да какой в жопу запрос? Тормози давай. Назад. Нет, не, не. По-одински лучше. Ага. Мне сказали, что можно возвращающий сигнал последовать. Крайне мило. Перестарались немножко. Ой, а там тупик. Такой странный, без тупика. Тут-тут. Просто рельсы кончаются и все. Так, у нас все хорошо на самом деле было. Мы ехали куда надо. Что-то вот выбрали самый левый, а он за домиком поворачивает. Это было неожиданно. Так, ну почти. Я думаю, 67% это хорошо. Угу, это хорошо. А, ну да, правильно. Эту. Соответственно. Так. Рукоятка, рукоятка. Ты чего мышкой не перекладываешься? О, хорошо. А не мышкой. О, как? А если холостой? А, на холостом переключается. Все хорошо. Видимо, та настройка, она какая-то такая странная настройка. Окей, погнали. Теперь главное, что какую-то стрелку не улепиться. Холостой. Так. Зеленый. Зеленый вправо. Вроде прямо. Да. Так, что-то не пойму. Для этого я зеленый смотрел, был зеленый вправо означал. Так, вот что там у нас? Нет. Не, прямо все хорошо. Тут нам нужно влево. Не оно. Тормозим. По-моему, я в экстренно долбанул. Не, по-моему, все-таки вот этот тормоз надо. Независимый. Я нет, не успел, да. Чуть-чуть не вписался. На реверс. Сейчас иди сюда. Дальше подвинемся. Ты, по-моему, слишком чуть, да? А, не нормально.
Ай. Че я вообще паникую? У меня все хорошо. Мы по этой штуке сворачиваем налево. Едем, 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 едем. А, вот это надо было крутить, я на ту смотрю. Вот так. Сейчас мы тебя загоним на заправку. Чуть-чуть осталось. Так. Вперед. Отпустить. Ну, пусковин попробовать. Это что на первой стрелке, ну чёрт куда. Они здесь не показывают, куда они стоят. Но тот я вроде перевел. Если сейчас никаких стрелок в пути не попадется, то мы четко в заправочном мире. Разгоняться, пожалуй, не будем. Сейчас еще во что-нибудь повернем. Что там шипит все? Рация что-то там попискивает. И вползаем на семье. Заправщики уже устали ждать. Хотя, возможно, нам сейчас самим заправлять придется. Кстати, каким местом ты устали заправку? А, вот вроде бак. А второй надо заправлять? А вот я сижу, зелененький такой. Все, мы приехали. Мы приползли. А вот там на заправку заход похож с круга. Пора за руль. Тут без уклона. Так, потихонечку тормозить. Независимым тормозом. 9, 8, 7, 6, 5. Прибавляем. 2, 1. Задача выполнена. А я знал. А я вот чувствовал, что не сам его заправлять. Вот не могли вы мимо этого пройти, да? А сколько надо налить-то? Полный что ли? А ты что за кнопка? Ну это литра. А уровень? Все что ли? А, само перекрывается. Прекрасно. Взять.
Блин, он еще и сам вешается. Так, пробочку-то закрыть надо. Садитесь и ждите. И что? Обратно к поезду ехать? Пункт обслуживания. 255 метров. 1 метр это ничего. А, до глюков. Так. Ладно. Как скажете. Я-то думал, все. А, но еще не все. Что-то есть у меня мощное подозрение, что мы его проезжали. Поэтому двинем обратно по той же ветке. До выяснения. Блин, или он на соседней. Ах ты ж, он на соседней. Куда стоять? Стоять! Зорька. Ресивер вперед. Тормоза нафиг. Нам нужна соседняя рельса. Вот там. Стрелка. Да чего у меня 8 метров? Что он от меня хочет? Теперь 1 метр. Камера не может пройти через эту. Через стенку ангара. Так, это капитально проскочил, конечно, ну ладно. Давайте тут выйдем. Привет, заправщики, я снова с вами. Но не очень далеко. Терпимо. Сделали бы вы автоматические стрелки, что ли, у себя здесь, а? Чтобы диспетчеру говоришь, что повернуть, а он поворачивается. Сесть. А, ну это сесть в кресло машиниста. Так пойдет. Реверс. Пошел, пошел. Зачем он хотел, чтобы я побегал? Что там за красная хрень? Ограничение скорости или там вдалеке светится, что ли? Так, а метры мы считаем по первому вагону или по последнему? Судя по сотне метров, по первому. Давайте тормозить. Не очень он как тормозит. Да? А сойдет на 3 метра мимо? Похоже, нет. Погнали. Полное применение. Ага, и 2 метров так. Задача выполнена. Фонарики погасить.
Чё-чё? Всё, да? А. Нейтрально. И это полное служебное. Полное служебное. А это все-таки стояночный тормоз. Ручник. Все, все закроем, пойдем. Так, шлюзовая камера. А что нам будет в офисном здании? Блин, то только чё. Чему вот это они? Это часть симулятора побегать по станции. Прошу, выносливости нет. То сейчас быстро будут вымер. Носиться. Железнодорожники на станциях, они похожи страусы. На такие дистанции бегают. О, асфальтовая дорожка. Ну, куда ведет, то куда между край. Но внедорожников по ней, видимо, ездят. Ну что, мне здесь скажут, что я наконец стал настоящим машинистом. Задача выполнена. Круто. Проехал 13 километров, пешком прошел 4 километра. Все, да? Что главное меню грузит. Ну еще и оптимизации пока не оптимизация. Да. Переводить, исправлять, разворачивать. Именно этим мы и занимались. Не надо, насчет полностью заправленного мне это не нравится. Что это? Это меня перевели к следующему заданию, что ли? Без моего, да, ведома, видимо. Отлично. На этом мы тогда серию заканчиваем. Разбираться, куда меня закинуло, будем в следующей части. Всего хорошего. До новых встреч.